хорошо болеть в Новосибирске. Очень приятно играть в такой обстановке. Нам, можно сказать, давно не хватало таких матчей. И давление не только от соперника, так и от зрителей шло. То есть, я считаю, две игры прошли. Каждый выполнял свои задачи, каждый пробовал. То есть, главное, что это было интересно. Я постарался дать возможность практически всем, чтобы поиграли. Так что все по большому счету получилось. Сейчас игры на вылет. Там уже характер, опыт, все сказывается. Начинается другая часть чемпионата. Поэтому надо настраиваться и смотреть на игры, которые впереди. Все, что мы смогли, сделали в регулярке, а вот сейчас уже решающие игры, которые там надо, очень важно, кто будет проявлять их хладнокровие. То, что я на мой взгляд, считаю, что это немножко нам не хватает. Хладнокровие в важный момент. Сейчас будем надеяться, что покажем это.